Видео подготовлено онлайн-гдз.нет. Задание номер 3312. Запишите разность и неполный квадрат суммы одночленов А, К и Л. Это будет К минус Л и К в квадрате плюс КЛ плюс Л в квадрате. Б. 5А в квадрате и Б в квадрате. Это будет 5А в квадрате минус Б в квадрате. И 25А в четвертой плюс 5А в квадрате Б в квадрате плюс Б в четвертой. 3П и 2М. Это будет 3П минус 2М. И 9П в квадрате минус 6П плюс 4М в квадрате. И 4s и 3t в квадрате. Это будет 4s минус 3t в квадрате. А здесь это будет 16s в квадрате минус 12st в квадрате плюс 9t в четвертой. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А если у вас есть вопросы, подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Ссылки найдете в описании.